Друзья, попалась мне вот такая вот раритетная печка от компании Теплодар. Это вертикальная печка, печь-камин, выполненная из нержавейки. Ей больше 10 лет, о чем свидетельствует шильдик на этой печи. Думаю, вам хорошо видно, что печка произведена в 2013 году. Печь эксплуатировалась на даче в лучшем случае раз 10 за сезон. В таком достаточно приличном она состоянии. Есть места коррозии на варочной поверхности, она выполнена из чугуна. Краска на боковых стенках практически не выгорела. Есть небольшие следы на лицевой стороне. Давайте заглянем вовнутрь. Топка из нержавейки у этой печи. Ну, есть небольшие места, где топку, так скажем, повело. Но для этой печи это не страшно, потому что топка у нее была выполнена из 2-миллиметровой стали, из нержавейки. 439-я марка стали использовалась раньше в этих топках. Хорошая так достаточно печка, рассчитанная где-то приблизительно на 100 кубических метров помещения. В хорошем достаточно состоянии после 10 лет, но эксплуатировалась достаточно мало, поэтому и дымоход здесь в приличном состоянии. Дымоход от компании Ferrum на ней был установлен. Вот так может выглядеть печка после 10 лет эксплуатации на даче.